А уже в ближайшее воскресенье, 25 июня, в Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева пройдет торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня образования военного вуза в нашем городе. В числе прочих состоится церемония награждения учебного заведения орденом Жукова. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе отмечаются большие заслуги вуза в укреплении обороноспособности страны, а также в подготовке квалифицированных военных кадров, решающих задачи материально-технического обеспечения вооруженных сил. Также в плане церемония прощания с боевым знаменем института выпускниками этого года и принесения ими торжественной клятвы.